Друзья, всем привет! И сегодня мы с Дашенькой продолжаем снимать приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Дашенька, скажи привет! Привет! Вот такая вот замечательная кошечка. Посмотрим, что у нее нового. Ой, она проснулась! Дашенька, жми свет! Нужно ванну. Да, обязательно ее нужно ванную. А ты видишь, какая Дашенька? Она рыженькая. Я в прошлый час ей шубку поменял. Давай мыли мылом, чтобы была красивенькая. Купили ей рыженькую шубку. И сейчас посмотрим, смоем, какая она будет чистенькая. Все, Дашенька, ты хорошо ее намылила. Теперь смывай. Еще кусочек остался. Ну, давай попробуй еще вот этот кусочек намылить. Все, здорово. Теперь давай смываем. Вот, вот так. Отлично. Здорово. Вот подмышечкой еще. Смотри, как здорово. Это что за губки? Подожди, дай посмотрю. Ага, это подкрасиваться. Ну, пока не надо. Так, пока будем чистить зубки, да, Дашенька? Да. Давай чистим зубки. Анжела, ты что, после сна надо обязательно почистить зубки? Да, чтобы не было чего кариеса, да, Дашенька? Понял, понял. Ну давай, пока чистим зубки. Вот так. Ой-ой-ой, что-то ты. Ты нажала? Подожди. Не помню, ты дочистила или нет? Ну, сейчас посмотрим. Да. Да? Денежка упала? Да. Дашенька чуть парень сделана, почистила. Теперь что ее надо кормить, да? Пойдем покормим нашу Анжелу. Вот. Ой, что-то ты. Вот, давай. Корми. Вот шоколадки дала Дашенька кусочек. Пряников. А теперь надо пойти в магазин. Ой-ой-ой, что-то ты. Так, смотри, давай купим мне молочка. Вот. Конфетку. Конфетку, хорошо. Молочка. Пряничек. Давай, это все детская еда. Давай фрукты, овощи. Яблочко возьми. Салат. Салатик. Ну, давай, все, достаточно. И вот возьми конфетку и шоколадку. Ну, достаточно. Так, все. Все. Теперь Дашенька будет докармливать нашу Анжелу. Да, Дашенька? Убираем. Убираем рекламу. Вот, корми. Давай салатиком сначала. Ой, все, смотри, 100% накормили. Не надо перекармливать Анжелу, чтобы ее животик не болел. Хорошо? А теперь давай посмотрим, что интересного у Анжелы есть. У нее уже 1000 золотых, можно будет что-то интересное прикупить, красивенькое. Пусть я оделись в шпиталю. Хорошо. Анжела, привет. А, ты хочешь, чтобы Анжела говорила? Да. Ну, попробуем. Надо сначала игру с ней сыграть, тогда она будет говорить. Так, какая игра у нас есть? Лопни шарик, бабл шутер. Ой, что это? А, шарики почему-то загрузились. Ну, загрузились, давайте уже попробуем тогда. Вот так, здорово. Вот, отлично. Голубенькие. А сейчас мы вот эти фиолетовые. Целых 5 подряд. Зелененькие. Так, что тут можно сделать? Желтенькие. Синенькие. Отлично. Красные. Здорово. Так, что еще здесь можно делать? Вот эти красные. Отлично. Зеленые. Здорово. Так, как же нам наш фиолетовый. А, вот и зеленый. Может подвинется фиолетовый к фиолетовому. Ага, вот 4 синих. Так. Что еще можно здесь придумать? Вот попробуем вот так. Ага, два нельзя лопнуть.
попробуем вот так сделать. Вот так. Так, что же тут можно сделать, придумать? Сейчас. Так, снимаем видео, продолжаем. Что же здесь можно придумать? Что же можно придумать? Так, что же здесь можно придумать? Что-то нет. Ага, вот синеньким попробуем 4 штуки. Так, к сожалению, вот, наверное, сейчас на этом все закончится. Не можем подвинуть к этому фиолетовому шарику. Ничего. Вот так. Не получается немножко. Что же можно подвинуть? Что же можно подвинуть? Не получается, друзья. Не получается. Ух ты, здорово. Бомба, но это нам не помогло. Это нам не помогло. Вот так. Печально, но ничего. В следующий раз получится лучше. Ух, но все равно здорово. Смотрите, 38 золотых заработали. Отлично. А теперь давайте сыграем Bubble Shooter. Так, вот. Желтенький шарик. Куда бы нам его забросить? Кстати, вот посередине забросим. И зелененького нет. А зелененький вот сбоку. Вот, красный, отлично. Зеленый, и еще раз зеленый. Здорово. Фиолетовый, красный. Вот сюда красненький. Голубенький, отлично. Красненький. А сейчас мы вот этот красненький сюда забросим. Вот так. Отлично, друзья. Так, голубой пока мы вот сюда в конец забросим. А рядом зеленый. Так, желтенький. Еще раз желтенький. Отлично. Так, вот еще сюда желтенький. Еще фиолетовый. Отлично. Фиолетовый и голубенький. Отлично, здорово. Красный. Ну, красный, давайте. Вот желтенький. Дашенька, иди ко мне, будешь помогать. Так, Дашенька. Вот так. И фиолетовый. Отлично. Смотрите, как здорово получилось. Так, голубенькому. Попробуем. Ух, здорово, друзья. Даже сам не ожидал такого эффекта. Так, зеленый к зеленому, желтый к желтому. Ох ты, какой взрыв мощный был. Здорово. Вот так. И вот так. Отлично. Фиолетовый к фиолетовому. Ух, здорово. Так, зеленый. Красный. Синенький. И красный. Ого. Да, здорово, друзья, получилось у нас. Вот так, красный и синий. Отлично. Красный и еще раз красный. Отлично. Вот так сейчас мы проделаем. Да, довольно-таки неплохо получилось. Зеленый и синий. Отлично. И зелененький. Вот так, зеленый, красный, отлично. И в уголок синий забросим. А вот сюда зеленый. Отлично. Пустое место забросим зеленый, синий и зеленый. Отлично. Зеленый к зеленому. Вот так забросим. Фиолетовый, да, немножко надо было не так. А ну попробуем вот так сделать. Угу. Неудачно, но ничего. Так, синий. А вот сюда с фиолетовым. Вот здорово, друзья, как отлично получилось. С
синему и фиолетовый вот сюда забросим. А красный на другую сторону. Вот так. Отлично. Фиолетовый. Красный. Еще раз красный. Отлично. Вот так. Здорово. Так, зеленый. Куда же нам забросить зеленый? Давайте мы попробуем зеленый вот сюда. Синий. Попробуем вот сюда. Отлично. Желтенький. Попробуем вот сюда. Отлично. А фиолетовый забросим вот сюда. Отлично. Опять фиолетовый. И опять фиолетовый. И вот фиолетовый. Отлично. Так, желтый. Красного нету. Ну, давайте рядом забросим. Вот так попробуем. Отлично. Отлично, здорово. Вот так попробуем. Вот так красный попробуем. Зеленый. Отлично. Так, куда же нам зеленый забросить? Попробуем мы вот эту лунку забросить. Отлично. О, здорово, друзья, как получилось. Взрыв глобальный. Синенький. Зелененький. Вот так. И синенький. Отлично. И фиолетовый. Отлично. Ух, вообще здорово, ребята. Так. Вот так. Вот здорово получилось. Красный. Вот попробуем вот сюда. И желтый вот сюда. А сюда синий. А сюда зеленый. Отлично. Вот сюда попробуем синенький, красненький. Ага, здорово. Синенький. Так, вот так красный сюда попробуем. А зеленый вот сюда как-то. Да, не очень удачно получилось, но ничего. Вот так, ага. Фиолетовый. Отлично. Зеленый. Желтый. Ахахахахахаха. Ребята, как-то неудачно получилось. Ух ты, здорово. Вот так. А теперь мы вот этот голубенький вот сюда, а вот сюда зеленый. Отлично. Так. Что нам с этим фиолетовым делать? Как его можно забросить? Пока никак нельзя. Поэтому будем бросать зеленые. Вот так. Голубенький. Вот так. Желтый. Желтым. Зеленый. Фиолетовый. Отлично. Голубой, зеленый, желтый, отлично. Голубой, ахахахаха, ребят, не как неудачно получилось. Вот так как-то не, уж совсем неудачно. О, здорово получилось. Так. Ай-я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 й. Как неудачно. Вот так как-то попробуем. Вот зеленый убрали. Так, что же нам делать? Вот так попробуем. Отлично. Отлично. Угу. Вот так попробуем. Ага, это, наверное, все разбивающий. Ага, вот, здорово, друзья. Как отлично получилось. Вот так попробуем. И вот так попробуем. Отлично. Вот так, голубенький.
фиолетовый, фиолетовый. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья. Уж очень неудачно получилось. Ух ты. Здорово, здорово. И что это даст? Пока непонятно. Пока непонятно. Ага. Вот так. Все. К сожалению, на этом закончилось. Но ничего, сейчас мы сыграем. Что у нас получилось? 49 золотых заработали. Здорово, ребята, здорово. И давайте сейчас сыграем любимую Машенькину игру «Достать до небес». Отлично. Здорово. Ага, хорошо. Отлично. Ага, здорово. Отлично. Отлично. Ага, хорошо, уже 9 чемоданов сложили, 10-й, 11-й, отлично, 12-й, 13-й, 14-й, ох, какой ветер, надо немножко подождать, а то он сдует наш чемодан. Какой ветер, ужас. Отлично. Ай-яй-яй. Ай-яй, все, все, ребята, к сожалению. Ветер сдул был чемодан, и вот так как-то получилось. 13 золотых, ну тоже здорово. Ну и вот моя любимая, разбей кирпичи. Давайте сыграем вот так. Вот так, здорово. Ох, тройной шарик. Вот так, вот так. Второй уровень. Вот, что-то очень уж быстро прошло. Четвертый уровень. Ой. Целых 3 шара побежал, не за ним не успел. Что же, это так неудачно. Вот так. Вот так как-то. Вот. Ой, что это было? Вот здорово. Отлично. Ой-ой-ой. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот так, ой. Немножко промахнулся, 18 золотых, тоже неплохо. Так, а теперь, друзья, посмотрим, что же там у Анжелы нового. В гардеробе и вообще. Итак, у нас 21 уровень. Ага, мы забыли после того, как она поела, почистить зубки. Да-да-да-да-да. Надо обязательно почистить зубки, чтобы не было кариеса. Вот видите, какой-то уже налет на зубках. Поэтому сейчас быстро его чистим, чтобы у нее зубки были очень здорово. Вот так. Ой, красота. Здорово. Здорово, друзья. Теперь зайдемте посмотрим, что новенького есть у Анжелы в гардеробе. Гардероб. Что-то это я уже рыженькая шубка как-то уже поднадоела. Давайте мы другую. Серенькую. Ну, какая-то она тоже не очень черненькая. Что-то очень страшновато. Белая обычная. Черно-белая. А ну-ка, давайте мы попробуем черно-белую. Вот так. Вот так, здорово. Посмотрим, чтобы она в черно-белой шубке побыла немножко. Так,
1176 золотых у нас есть, и я хочу подкупить ей что-то. Стиль хип-хоп не очень, платье в горошек. Хочется вот это, китайское платье. Еще немножко нужно денежек подзаработать, и хватит нам на вот это платье. Так, зеленые сари целых 5000. Вот это очень тоже красивенькое, розовенькое. Но закрыто это вечернее платье. Так, так, бег за золотом. Бег за золотом. А ну, пока наденем, пусть будет вот так. Как-то довольно-таки очень забавно получается. Так, причудливый наряд у нее был. Это все закрыто, 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 закрыто. Новогоднее клубничное платье, розовый наряд, марсианское, летнее сияние, спортивный костюм. Так, ну пусть уж так остается. Пока на прическу не будем тратить денежки, будем собирать на вот это платье. Где оно? Где это платье? Будем собирать на вот это платье. Китайское платье. Да, очень хочется вот это платье ей прокупить. Очки, 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 очки. Нет, очки не будем мы брать. Возможно, костюм какой-то надеть. Так, индианки, новогодний костюм, пижама-боди, пижама-боди, пижамовой боди. Зайку хотелось бы еще. И вот эту Клеопатру, ну и королева было бы здорово тоже. Вот валькирию. О, и красную шапочку здорово было бы прикупить. Я что думаю, а может наденем эту пижаму боди, очень аж она ей идет. Да, наверное, давайте все-таки оденем пижаму боди. Вот так, здорово. Ох, как красиво наша одежда выглядит. Рекламу уберем. Ой, хорошая Анжела, хорошая, хорошая. Вот как она мурлычет. Молодец, молодец. Хорошая, хорошая, хорошая. Так, друзья, уже поздновато. Давайте выключаем. Ложим нашу Анжелу спать. А вы все подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.